Отыскать скрытые таланты и раскрыть потенциал работников общества «Газпромнефть» «Ноябрьнефтегаз» в эти дни пытаются психологи. Работникам разных структур предприятия предложены тематические задания, проработать которые нужно как индивидуально, так и в команде. Когда занятия закончатся, специалисты исследовательского центра систематизируют полученную информацию и составят характеристику на каждого работника по определенному списку критериев. К слову, это поможет как самим сотрудникам предприятия, так и руководству. Ведь в дальнейшем данная оценка поможет выявить управленческие компетенции, требующие развития, а значит, на более высоком уровне подготовить кадровый резерв предприятия. Мы можем увидеть или попытаться сделать прогноз в отношении перспективных зон развития и направлений развития каждого человека. Что в каждом заложено, во что именно можно вкладываться, каким процедурам в дальнейшем, какому обучению или развитию этих людей подвергать. То есть вот вся эта процедура – это комплексная оценка потенциала. Задания сами по себе не сложные, они, я бы больше сказал, интересные. Просто некоторые задания помогают там раскрыть разные потенциалы людей. Да, там, кто-то силен там, в проведении переговоров, кто-то там в убеждении, кто-то в принятии нестандартных решений. Все задания они разные и помогают вот именно выявить, кто в чем силен.